Артем, что ли, Артем? Все, давай. Толя, в какой руке? В левой. В левой? Мы подаем, да? Да. Мячи даете? А мячи даете, нет? Мячи, ты что подавал? Я что-то видел.
Ну если бы посидел, еще хуже было. Серьезно, да? Конечно. Хотя да. Подумаешь, 12. Че какой-то мандраж был? Зачем ты мне это сними? А когда с кем-то мне как-то неудобно вроде подвести. Ah!
240. Ну пока. Да, именно что именно пока поля. Даля, поля, да, и мака. Все на свои места. Там вот. Thank you.
Я понял, ты все, неплохо, да? Да, это я знаю, но ты имел возможность, ты, он же не бегал, ты не бегал. Где он бегал, он, блядь, справа, ты пошел, он все справа, блядь. У меня же ебал вот эти вещи. Потом я же разобрал.
Ай-яй-яй! Ох, какой удобный мяч. Да, да, да. Да, вот даем, да? Все, два нот получилось, я вообще охренел. По дуре такая, по дуре такая вот. Ветеранам надо помогать. А, вот так. Да не, я там смотрел, у тебя болеет. Да нет, он Да видел я последний раз. Thank you.
Мы же 40 минут сыграли. Один, один. Thank you.
потом в торговлю ушел. А у меня рабочего стажа, рабочего стажа у меня 57 лет. Во. А, не, у него получилось рабочего что-то там 60, ну когда, 18 армия, да? Ага. И у него получилось 30 лет в армии и чуть ли 31 год потом в торговле. И говорит, вот и кто он, военный или, ну он этим, по отдел кадров по каким-то, значит, рынкам, что ли, где-то, значит, был. Значит, я хочу тебе сказать, вот и вопрос. Военный, он всегда. Ну вот, не, он-то всегда военный. И даже в гражданстве работал, я тоже очень много перебрал в гражданстве.
Thank you.
Поехали!
обыграли об этом. Вихер мешает. Извините, ребят. Подаешь. Где там зона? Далее.
стали, как будто бы первый раз стали. Пять-четыре.
Все, понимай. Я в студии, возможно, нет.
Я второй раз вот так с ним играю. Я первый раз тоже, во первый тоже выиграл, вторую проиграл и третью проиграл. А ты уже был такой? Ну было, в Ферии мы играли с ним. Я не проиграл. Выиграл. Тоже 6-2, кстати, выиграл. Первый свободно выиграл. А потом начинал в третьем бегал, он вообще такой физически готовый. Да, хорошо. Бегает, все встает. Справа у него такой надежный бегает. Не сильный, но надежный. Не ошибаюсь. Просто не ошибаюсь. Я себя болел, да. Думаю, он зашел такой понтовый. По идее, думаю. Честно говоря, я когда 6-2 повел, я и расслабился. Думаю, у него плечо стал ближе подавать. А у него плечо. Я перестал играть. Он же гимнаст в прошлом. У него там разрывы сухожилий. Тут я знаю, что артроз и муешь. И поэтому ему как бы сложно, конечно. Я перестал играть как. Ну это обычно. Так, у кого третий меч? А я что-то после этого спать хочу, если не могу. У меня зато, блядь, я с 11 часов играю. С 11:54, блядь. А, ну ты как непривычный, да. Я боюсь его пить. Да, 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 да. Ой, это да. А разметать не надо? Обязательно. А разметает тот, кто... Нет, есть новые правила, он разметает тот, кто приходит играть. Да? Ну мы же говорили, что разметает тот, кто приходит играть. Конечно, я вот директор первого места, а потом помогу. Вот и надо было спросить, не надо было спросить. Разметут, тут, разметут. А есть вторая метода? Нет. Чем здесь я бы выиграл, я бы не думал, я помню, пока у тебя...